Заместитель министра строительства Омской области Александр Фрикель увольняется по собственному желанию. Его уход для многих стал неожиданностью. В сентябре прошлого года в правительстве ему продлили служебный контракт и, в общем, были довольны его работой. Чиновник курировал ремонт дорог в регионе. Минувший сезон стал одним из самых сложных в его карьере. 2016 год был беспрецедентным по объему проведенных работ и финансовых вливаний. Дорожный фонд составил более 7 миллиардов рублей, 2 из которых выделили из федерального бюджета. А потому внимание к ремонту было пристальным. Судя по тому, что контракт с заместителем министра решили продлить, Александр Фрикель задачу свою выполнил, что ж побудило его покинуть пост. По одной из версий, причиной мог стать конфликт с заместителем губернатора Станиславом Гребенщиковым. Впрочем, в правительстве об этом предпочитают не говорить. Я всегда говорил и повторяю, что если у информации нет конкретного имени и источника, то это не более чем дезинформация. Никакого, так скажем, прямого конфликта или какой-либо другой ситуации, а пока на данный момент нет, не существует. Мы должны уважать его решение, поэтому, к сожалению, с горечью, но понимаем, так сказать, его решение как есть.